Дорогой, я сейчас упаду. Это самые сладкие щенки ротвейлера. Самые сладкие. Это у нас кто, мальчик или девочка? Мальчик. Вот, мальчик. Мальчик? Мальчик и девочка. И девочка. Это им сколько? 8-го родились. 8-го, а сегодня 20... им 20 дней. 20 дней. Поцелуйки такие. Ах, какие поцелуйки. Тяжеленные такие. Тяжеленные поцелуйки. Да. Язычки такие. Какая прелесть. Какая прелесть. Мама кричит за вами, да. Мама кричит. Кричит, дети. А деточки вот на фотосессии. Вот они, деточки. Вот они. А чуть-чуть выше подними. О, чуть-чуть. Вот так. И только теперь на эту сторону пошел. Вот так. Вообще шикарно. Вот они. Вот они. Это язык есть у него. Вот они. С такими язычками. Щеночки в продаже. Им 8 мая 2021 года будет месяц. Продаваться они в конце мая будут. Когда им будет 45 дней. Ой, падай. Документы КСУ. Есть мальчики, есть девочки. С такими толстыми мордочками. Такими толстыми лапками. И с язычками такими. А животики толстые? Вот. Ой. И животики толстые. И животики толстые. Мальчишка более, видишь, черненький, а девчонка рыжая. Настоящие ротвейлеры. Настоящие пельмени. Мальчики.